Мне понадобится свежая голова, парни. Не отвлекайте меня, пожалуйста. Удачи. Каждый, кто встанет между мной и камнем, умрет. Стой! Я не хочу, чтобы здесь случилось что-то непоправимое, но это произойдет, если ты подойдешь ближе. Убейте ее! Огонь! Вон она! Она близко! Огонь! Мне жаль, Аманда. Правда. Что ты делаешь? Не подходи к нему! Это то, зачем я пришла. Не стоит, Аманда. Мы обе можем сделать это. Это работает только один раз. И я намерена получить все.
Вытащи чертов меч! Что? Нет! Мама! Мама, послушай меня! Все взорвется, если ты не вытащишь меч! О, Боже! Идиотка! Ты все испортила! Все эти годы я винила себя, а это была ты! Ты убила ее! Убила? Она не умерла! Она отправилась туда, куда должна была пойти я! Объяснись сию же секунду! Или клянусь, я убью тебя на месте! Я говорила тебе вытащить меч! Я говорила... Отвечай! Где моя мать? На Авалоне! Это не миф. Ты не понимаешь? Ты никогда не поймешь. Я зря сотрясаю воздух. С этой секунды каждый твой глоток воздуха – мой тебе подарок. Лара. Многие годы мой отец верил, что мама жива. Только это давало ему силы идти дальше. Я жалела его. Алистер, немедленно ступай в Британский музей. Позвони мне оттуда. Оденься потеплее, это надолго. Хорошо, я иду. Зип, позвони профессору Эддингтону в Кавендишскую лабораторию. Договорись о встрече. Сделаю, что ему передать? Скажи ему. Скажи, что мой отец был прав во всем. И что, возможно, у нас еще есть время что-нибудь сделать.